8 лет, когда на границах России прям явно сосредотачивались уже вооруженные силы, когда непрерывным потоком, наконец, пошли вооружения со стороны Запада, Америки, и которые шли в Украину, посмотрите, какие непрерывные, тонны за тоннами шли, когда, наконец, даже заговорили уже о возможности ядерного даже оружия, о вступлении даже Украины в НАТО, и когда уже тут, уже, я бы сказал, просто в безвыходном положении вдруг началась вот эта вот кампания в отношении Украины, то вдруг поднялся такой страшный вой. Попали на самый чувствительный нерв. Думали уже все. Еще немножко только подождать. Вооружений уже огромное количество. Армия стала. Еще чуть-чуть. На тебе, Путин вдруг на объявил. Срывает достижение такой цели вожделенной, о которой Запад всегда мечтал и мечтает.